Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает кнопка включения, то всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает кнопка включения, то основные причины неисправности заключаются в следующем. Выход из строя самой кнопки включения, она меняется вместе в комплекте со шлейфом, либо проблема на печатной плате, то есть не передается сигнал от кнопки включения к печатной плате, либо проблема в его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.